Привет, друзья! Александр Михайлов – один из самых любимых артистов страны. Его роли всегда были близки и понятны публике. Михайлов всегда был одаренным актером, он обладал редким талантом, артистизмом. Но, пожалуй, главная заслуга актера в том, что он умел расположить к себе публику. А вот сам Михайлов был готов на все, чтобы выполнить работу качественно. И несколько раз это почти стоило ему жизни. Во время съемок любимого фильма «Любовь и голуби» произошел неприятный инцидент. В моменте, когда герой открывает дверь и падает в море, Михайлову нужно было моментально снять одежду. Ему в этом помогали водолазы. Однако в один из дублей галстук намок и удавкой завязался на шее. Чем больше его дергали, пытаясь снять, тем туже он затягивался. В итоге Михайлов заметил кинжал у водолаза, он выхватил его и перерезал ткань. Однако настоящая беда случилась тогда, когда ему предложили сыграть роль Ивана Грозного в одном из спектаклей. Эта роль была окутана мистикой. Актеры, игравшие эту роль до него, просто ушли в мир иной. Михайлов предчувствовал и свой скорый уход, но от роли не отказался. И в одной из поездок у актера стремительно пошла кровь горлом. Тогда на помощь пришел его друг, который вовремя обнаружил актера. Если бы Михайлова привезли в больницу на несколько минут позже, то его было бы не спасти. Актеру сделали операцию, удалили часть желудка. После этого он вернулся к роли Ивана Грозного, но каждый раз читал молитву, потому что перед спектаклем у него то отнималась рука, то пропадал голос. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.